Что ж, а сейчас я хотел бы, чтобы мы перешли к частному откровению. И то, что мы пропустим, не имеет большой важности. Поэтому мне представляется, что мы можем это опустить, так как я даю себе отчет, что у нас очень мало времени для того, чтобы все изучить. Итак, прежде всего, мы с вами поговорим о необходимости частного откровения. И здесь есть пара основных моментов, которые нужно будет обсудить. И первое, что даже если бы никто никогда не согрешил, нам все еще было бы нужно откровение от Бога, потому что мы ограничены в своем познании и своих умственных способностях. А второй пункт состоит в том, что так как человечество все же впало в грех, нам все еще нужна общая информация о Боге, но также нам нужно услышать от Бога о том, как же нам спастись. Так что то откровение, которое Бог послал нам, соответствует нашим обстоятельствам. Но даже если бы мы никогда не согрешили, мы все бы еще нуждались в большем откровении о Боге, чем мы могли бы получить, рассматривая творение. Хорошо, если частное откровение нам нужно, то в каких формах Бог его посылал? И тут мы переходим к формам частного откровения. Их несколько. И первая категория или форма частного откровения — это прямое сообщение. И есть несколько разновидностей прямого сообщения. И прежде всего в Писании мы находим случаи или истории, когда Бог напрямую обращался к человеку. И здесь позвольте мне привести вам некоторые тексты из Писания, вы потом сможете их просмотреть. И в некоторых случаях то, что Бог говорил, человек, по всей вероятности, мог это слышать. В других случаях человек не мог это слышать своими ушами, но мог понять, что Бог говорит. Итак, Ветхий Завет, первая книга Царств, 3 глава, с 1 стиха. Здесь Бог обращается напрямую к Самуилу. И это происходило несколько раз, пока в конце концов Самуил не сознал, что это Бог обращается к нему. И то, что Бог сказал, записано на страницах Библии. Но первоначально это лишь были слова, сказанные Богом Самуилу. Книга чисел, 12 глава, 8 стих. Здесь говорится о том, что Бог обращается к человеку устами к устам. Другими словами, напрямую. И именно так Бог обращался и разговаривал с Моисеем. То, что Бог говорил, не всегда в точности записано в Библии. Во многих случаях мы эти слова можем прочесть. И Моисей пишет: «Бог обратился ко мне, и вот что он сказал». Книга чисел, 24 глава, стихи с 3 по 9, где мы читаем о том, что Бог обращается напрямую к Валааму. И здесь не записано полностью все то, что сказал Бог, но здесь мы читаем о том, что Бог сперва обратился к Валааму, и затем Валаам передал Божьи слова другим людям. Затем в книге Бытие, в первой главе, в стихах с 28 по 30, и в книге Бытие, в третьей главе, в стихах с 9 по 19, мы видим два случая, когда Бог проговорил к Адаму и Еве. И то, что Бог сказал, записано для нас, чтобы мы могли об этом знать. В книге Бытие, в 4 главе, в стихах с 9 и далее, мы читаем о том, как Бог напрямую обращается к Каину после того, как он убил брата своего. Есть еще несколько текстов в Новом Завете. Это не исчерпывающий перечень,
Это лишь некоторые примеры. Евангелие от Матфея 3:17 — это крещение Иисуса Христа. И во время этого события Бог Отец обращается с неба и говорит, что это Сын мой возлюбленный. И затем есть другой пример. Книга Деяний, 9 глава, 4 стих. Это история о том, как Павел идет по дороге в Дамаск, где Иисус останавливает его и напрямую обращается к нему. «Павел, Павел, что ты гонишь меня?» И вот мы привели примеры тех случаев, когда человек, к которому обращается Бог, мог слышать своими ушами то, что Бог говорит. И если бы мы с вами там были, быть может, мы тоже бы услышали эти слова. Что ж, в некоторых случаях, когда Бог напрямую обращается к какому-то человеку, неясно, слышит ли он эти слова своими ушами или воспринимает их каким-то другим образом. И здесь я хотел бы упомянуть Деяния 8:29, когда Дух Святой обращается к Филиппу, и не совсем ясно, слышал ли Филипп конкретные слова, или он воспринял это послание другим образом. И точно так же Деяния, 10 глава, 19 стих, когда Дух обращается к Петру, не совсем ясно, эти слова были ли слышимы Петром его ушами. Итак, одна из форм прямого сообщения — это прямая речь. Но есть и вторая форма прямого сообщения от Бога — это сны. И есть достаточно примеров в Писании, когда Бог что-то сообщал человеку во сне. И очевидно, что в этих случаях человек спал. Редко кому сны могут сниться наяву. И вы можете думать про себя, ну зачем вообще он об этом говорит, разве это не очевидно? Но я это говорю для того, чтобы сделать различие между сном и видением. Видение обычно происходит и чаще всего происходит тогда, когда человек бодрствует. Но если Бог обращается к кому-то во сне, то этот человек должен спать. Что ж, какие ж можно привести примеры? В Ветхом Завете это Бытие, 28 глава. Это сон Иакова, в котором он видит лестницу. Книга Даниила, 2 глава. Царю Навходоносору приснился сон, в котором он увидел статую из четырех частей. И тот текст, который мы сегодня уже упоминали, это книга Иова, 33 глава, стихи с 15 по 18. И в них говорится, что Бог может проговорить к человеку во сне. И также несколько текстов из Евангелия от Матфея. И опять же, это лишь примеры. Я не пытаюсь привести исчерпывающий список. Первая глава Матфея с 20 стиха. Иосифу приснился сон, и во сне является ангел и говорит Иосифу, чтобы Иосиф не колебался и брал Марию себе в жены. И то, что было зачато Духом Святым. Евангелие от Матфея, 2 глава, 12 стих. Иосиф предупрежден о замысле Ирода, и это произошло во сне. И затем следующий стих, 13 стих, 2 главы от Матфея. Здесь мы читаем слова ангела, опять же, сказанные во сне. Опять же, я перечислил здесь лишь примеры, отнюдь не исчерпывающий список. Что ж, позвольте мне вкратце обсудить с вами видение. И в этом случае человек, которому обращено откровение, не спит. И зачастую этот человек переносится за рамки своего материального окружения и оказывается в другом месте. И люди, которые получают видение, намного менее пассивны, чем те люди, которые получают сны.
так как там человек вообще спит. И вот несколько текстов из Писания, на которые мы можем указать. 9 глава Даниила, стихи с 24 по 27. Это видение о 70 седмицах, но не забывайте о том, что этот текст начинается со стиха 20. И мы читаем о том, что Даниил молится за свой народ, за избавление. И вот во время этой молитвы Даниил получает видение о 70 седмицах. В книге пророка Иезекииля записано много видений, которые были даны этому пророку. Позвольте мне упомянуть хотя бы два. Это 8 глава Иезекииля, а также 37 глава, стихи с 1 по 14. Здесь записано видение поля, полного костей. Еще один текст Ветхого Завета. Он начинается в книге Захарии, в 1 главе, с 8 стиха и далее, и вплоть до 6 главы книги пророка Захарии. И мы читаем здесь о том, что пророк Захария получил 8 разных видений за одну ночь. И я хочу повторить этот момент, что он не получил видение за ночь, по одному видению за ночь. Он получил все 8 в одну ночь. Именно так мы читаем в этом тексте. Что ж, Новый Завет, практически вся книга Откровения, пророчества о последнем времени, записанные в ней, даны в форме видений. Еще один текст из Нового Завета, который не относится к пророческим книгам, это 2 Коринфянам, 12 глава, стихи с 1 по 4. Павел пишет здесь о неком человеке, который был вознесен до высоты небес в присутствие Бога, и пишет он о том, что произошло с ним. Это, несомненно, было видение, и Павел пишет, что он видел то, о чем человеку не позволено говорить. Это не означает, что Павел не мог выразить словами то, что он видел, но лишь то, что Бог не позволил ему записать то, что он видел, когда был вознесен до высоты небес в присутствие Бога. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Что ж, я очень благодарен вам за ваше время, за ваше внимание, но на сегодня наши занятия подошли к концу. На следующей лекции мы продолжим говорить о различных формах откровения. Мы будем продолжать говорить о частном откровении, а затем перейдем к доктрине Богодухновенности. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.